Вот уже более 5 лет многодетная мать Фарида Батрукова стоит в очереди на получение денежных средств по программе обеспечения жильем молодых семей. Когда они с мужем подавали документы, то значили списки под 51 номером. С тех пор в их семье появилось еще 2 ребенка, а очередь никак не продвинулась вперед. Анзор Иркенов, изучив документы, выяснил, что мужу Фариды исполнилось 38 лет, а в программе могут участвовать только супруги, возраст которых не превышает 36. Но министр заверил, что выход из сложившейся ситуации есть. Что должны сделать район? Они должны вас по программе исключить из программы, но вы имеете право восстановиться в программу через суд. Вот вам сейчас надо в первую очередь вот это сделать. В суд подать. Ну, они вас взять документ об исключении из программы, и чтобы вас через суд восстановили. Почему? Потому что ваш возраст вышел. Когда вы получите вот это обжалование, и вас восстановят заново в списке, уже ко мне приедете, и мы с вами будем решать теперь, как получить эту субсидию. С таким же вопросом к министру обратилась и многодетная мать Регина Каракаева. Они с мужем стоят в очереди на получение субсидий с 2011 года и также ждут своей очереди. Их Анзор Иркенов поспешил обрадовать. Учитывая то обстоятельство, что у вас родился 3-й ребенок, и вы обновили документы уже на 3-го ребенка, вас подняли в очереди со 135-го, да, места вашего, на 54-е место. И я думаю, что в следующем году, в ближайшее время, вы должны получить свое свидетельство, реализовать свое право. Мы все вопросы держим на контроле, которые я получаю в ходе приема граждан, поэтому можете не переживать, будем на связи. Вы обязательно возьмите в письменном виде, подать заявление, получите в письменном виде тот порядковый номер, в котором вы сейчас находитесь. В этот день к Анзору Иркенову на прием записалось порядка 40 человек. Главная тема стал жилищный вопрос. Каждое обращение было рассмотрено в индивидуальном порядке. Министр дал предметные разъяснения и консультации гражданам, а также обозначил сроки выдачи единовременной денежной субсидии из бюджета для части оплаты покупки или постройки жилья. Первые 52 семьи мы уже направили списки. Согласно очередности в списках, и других приоритетов не было. Первые 52 семьи уже до конца месяца получат свое финансирование. Оставшиеся семьи будут профинансированы ориентировочно начиная с февраля месяца до марта месяца. Стоит отметить, что за последний месяц Анзор Иркенов провел уже 3 приема граждан, в ходе которых принял более 50 человек. Согласно графику встречи с населением, он проводит в последний четверг каждого месяца, плюс раз в месяц выезжает в районы. Дарья Назарова, Олег Молхожев, Радомир Князев, Архыз 24.